мы на свадьбу опоздаем. Че, Наташка? Погнали. Приехали за кофе на заправку. Утренний кофе обязательно. По трассе просто ехали быстро, ничто не предвещало беды, мы очень быстро ехали, а тут сейчас я покажу. Наташа, ты не ожидала? Нет. Сейчас, вы сейчас тоже посреди вы леса. Сейчас просто посреди леса, просто посреди леса. Светофор. И даже нашли нашу гостиницу. Парковка, все как обещали. Такой тихий дворик. Прикол. Все, мы заселяемся. Номер, смотрите. Барнаул. Холодильник. Кожаная мебель это. Как без этого? Санузел. По барнаульским меркам это джакузи. На двоих это за вечером будем гудеть. Всякие души, фены. Телек. Спутниковое телевидение пообещали. Бесплатный Wi-Fi. Кровать. Ну, то есть. Для Барнаула неплохо. Теперь смотрим, что нам предлагает холодильник. Есть ли там что-нибудь? А там есть у нас и на вечер прям в джакузьку напитки. Короче, все как надо, все как положено. Я доволен. Наташ, ты довольна? А, я проветрю, ладно? За эти деньги мы очень довольны. А вид из окна? Вид из окна. О, он просто божественен. Но мы вам показываем его позже. Вы не готовы еще к этому? Ребята, нет, они еще не готовы. Олег, ты посмотри, разрушенные здания вообще, ну, руины. Ладно. Смотрите. Вид из окна. Вот это вот вид. Ладно, мини-бар вообще конский, ценники тут вообще. Шампанское 220, коньяк 350. Ладно. Это Барнаул Сити. Мы выходим в город. До свадьбы еще 5 часов, мы решили пойти погулять. Будем сейчас искать конвертик, в котором мы уберем денежку, которую мы подарим. И посмотрим маленький этот городишко. Вообще он прикольный. Такой яркий весь, старинный. Мы тут магазин нашли хлеба. Вечером сюда за булками пойдем.
Смотрите, там потолок какой прозрачный, чистый, голубой, да? Решили Наташке на свое платье купить на вот этом рыночке. Наташа, будем покупать? Да, конечно. Мне же на платье на свадьбу не купили. Надо купить новенькое. Сейчас возьмем. А теперь мы идем в Central Park. Как бы тут все надписи на английском, вы не подумайте, это очень туристический город. Мы сейчас идем именно в парк кататься с Наташкой на... Карусельках! Да, именно. Вот уже и отдыхают. Привет! Отдыхать что надо. Мы, наша гостиница так расположена, как бы возле Шанхая. Вот мы из Шанхая уже проходим. Класс! Закончился рыночек после нашей гостиницы, и мы пришли к ресторану. Вот он. Он возле нашей гостиницы. Крайне близко. Они обманывают новости, реально топят Барнаульчик потихонечку. Это типа набережная. Уходит под воду. Потихонечку. Вот мы посмотрели набережную. Немножечко. Посмотрели, что находится возле нашей гостиницы. Сейчас пойдем в центр, найдем какой-нибудь паб. Вот, то, что после свадьбы, может быть, мы куда-нибудь еще зайдем. Или завтра зайдем. Может, даже и сегодня. И сейчас, может быть, даже зайдем куда-нибудь. И потом готовиться на свадьбу и на свадьбу. Ну, вы поняли, где мы. Сядем. В окошке. Тормози. Так. Да, new аттракцион. Так, поехали мы. Хорошо. Смотри, трамвай пропускает пешеходов. Мы решили прокатиться на трамвае. А чё нет? А чё нет-то? Мы в парк едем на трамвае. Это бас туристик. Туристик бас, да. Свадебка. Туристик троллей. Наташка тут вычитала, если мы сейчас все на Вартышкино поедем, мы попадем на... Алтай-фест. Алтай-фест. Пивной фестиваль. Рванем. Просто время-то уже 12 часов. А мы еще не кушали. Мы гуляем 40 минут реально, мы без 20 вышли. Ну да, мы прошли. Мы прошли весь город пешком. Да, мы город прошли уже. Вот какой-то стейкхаус гринго. Сейчас туда зайдем. Кушать охота. А когда ты последний раз был в сырном ресторане? О, винишко там есть. Да, такое хорошее место, что зашли. У нас теперь в каждом городе будет свой любимый ресторанчик. Здесь это сырный ресторан. Ресторан Кафе де ля Фе. Шикарно. Такой легкий лайтовый завтрак перед свадьбой. Чувствую, к вечеру вообще накидаемся здесь по дикой. Мы успеем проголодаться. Да-да, свадьба через 3 часа. У них еще летний будет красивый, кстати. Да, а вечером мы продолжим банкет. Обязательно покушайте. Спасибо. Приятного аппетита всем. Пока смотрите, обязательно покушать надо. А, возле нас завтра такая тема. Так, я вроде готов. Мы в поисках входа в заведение. Лифт не работает. Эскалатор тоже. Ну да, вот так вот. Легкая накладочка. Но есть лестница. И вот уже 151 этаж. Мы дошли. Это было вообще... Что, типа, пьянка-то начнется сейчас, а мы ничего не сняли. Давай я тебя хоть сниму, Наташка. Ну давай. Ну пожалуйста. Ну не хочет она. Ну простите. Сколько человек будет? 160. Сейчас народу будет много. Пьянка-гулянка понесется. Вы знаете, регистрация. Очень клево. Уже непосредственно вот здесь на входе в наш зал.
Ну а пока набирайте воздуху в грудь. Ну что ж, дамы и господа, мы начинаем. Встречаем нашего жениха. Итак, дорогие друзья, Александр Петров. Пожаров, и я стану вновь кульминацией этой свадьбы. Ну, не этой свадьбы, а вообще, в принципе, свадьбы очередной. Так что держите меня. Хочешь кушать, можно пакет пустить. Этот, каравай. Понеслась. Только держите, пожалуйста, двери. Держите. Понеслась. Да. Я знаю, с чего начинать. А красиво сейчас сделать такой красивый коридор из гостей. Всем-всем-всем выстраивайтесь с двух сторон. Вот с этой стороны и вот... Поздравляем! 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 Дорогие молодожены, здесь... На пороге того места, где у нас будет происходить свадебное торжество, по старой доброй русской традиции, вас встречательные теща, тесть, свекр и свекровь вас встречают традиционно хлебом и солью и фужерами шампанским. И вот наша очаровательная мама, новоиспеченная свекровь, Валентина Петровна, встречает хлебом и солью и готова сказать несколько слов. Давайте ее поприветствуем. Вашей ячейки. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия. Хлеб вам досыпь. Спасибо. И надеемся, пока. Ну а сейчас, дорогие молодожены, хлеба разом вкусите, солью горькой друг другу насолите, насолите друг другу покрепче, солите друг другу на края от души, как умеете, как можете. Последний раз друг другу солите. Ну а теперь на счет три. Поехали! Раз, два, три! Сашка! Вот это да! Перевернулся? Все серьезно. Ну что ж, пока не прожевывают эти вкусные кусочки. Вот еще у нас одна мама. Молодожены, запейте соль горькую влагой сладкою. Под бурные аплодисменты все гостей. Итак, считаем все вместе до трех. Раз, два, три! На счастье! Прекрасно, прекрасно! Ну а сейчас, дамы и господа, бурными и нескончаемыми аплодисментами встречайте главных виновников торжества Александр и Инна! На памяти сегодняшних событий, которые вам тоже
остается. Поэтому, друзья, предлагаю активнейшим образом во всем сегодня участвовать. А сейчас пока я вижу, у вас непреодолимое желание созрело поднять бокалы за вот такое прекрасное настроение, которое царит. Да-да-да, мы первые. Ну, дорогие друзья, какие-то пожелания. Особо нечем заняться в эту музыкальную комнату. Так сказать, мы открываем. Кто ведет совершенно здоровый образ жизни и уже наелся, чем можете вот подходить к этому столу, здесь есть книга. Первый танец в рамке мужа и жены. Первый танец молодожена. По-моему, пора растопить лед этой танцевальной площадке. Выходите танцевать, друзья! Танцевальная пауза! Вот, и свадьба подходит к концу. И мы желаем ребятам долгих совместных лет жизни, любви. И, ну, как у нас, это даже крепче-то не получится уже. Ну, да. И детишек побольше. Ребята, удачи вам. Все, закончился наш двухдневный отдых. Наша свадьба двухдневная. Даша, погнали. Классный номер, кстати, всем советую и рекомендую именно эту гостиницу. Тихо здесь вообще абсолютно, и днем, и ночью. И номер, ну, нормальный номер. Все есть. И цены лайтовые такие. Все, всем пока. Пока, Наташа. А Барнаул
топит вообще нормально. Вдоль трассы, смотрите. Домики там под водой. Пристань. Личный вокзал под водой. Вот так-то. Смотрите, какая трасса должна быть. Раздельная или разделенная. С подсветкой даже днем. Вот это трасса. Трасса Барнаул, Новосибирск. Ещё, ещё, ещё!